Форум уже открылся, и одна из самых главных тем – это улучшение инвестиционного климата в России и, соответственно, улучшение экономической ситуации в целом, потому что инвестиции – это значит рост экономики. Что касается участия Алтайского края, то, насколько мне известно, здесь или уже сейчас присутствует, или планирует присутствовать министр экономического развития Николай Чуников, а также Антон Слободчиков. Также здесь присутствует депутат Госдумы от Алтайского края Александр Прокопьев, он один из участников секции о киберспорте, с точки зрения экономики, бизнеса, ну и, в принципе, достаточно перспективного и популярного явления. Какие еще мероприятия нам интересны? Здесь говорят про развитие экспортного потенциала регионов. Вот за моей спиной как раз сейчас начнется соответствующая секция. Ну и, конечно же, про сельское хозяйство тоже, продовольственная безопасность. Будем следить за тем, что говорят, и, естественно, думать, каким образом в этом будет участвовать Алтайский край. Ну и поподробнее обо всем, конечно же, расскажем в следующих выпусках.